Что у нас по алхимии? Что вам угодно? Ну, допустим. Все с ними в порядке. Окей. Стоп. Стоп. Свет. Да, хорошо. Несколько зелий, которые мне очень сильно требуются. Если уж я их не куплю, я их сам сварю. И чего больше нету? Женьшень, да? Женьшень. Женьшень мне требуется везде. Это означает. Так, в главный зал можно мне? Женьшень, женьшень. Не, вообще на самом деле стоп. Опять же, маленько переместимся. А моим господам доспехи делаются и все остальное где? Ну что, хотите еще? Я всегда готова к бою. Так, это меч силы. Узнаете? Да, это он. Я всегда узнаю это сияние. Значит, моя сестра мертва. А, ну да. Более не будут меня отвлекать. Думаю, было дело. Надо отпраздновать. Прошу вас, передайте Шашин, что у нас все готово. Готово к чему? И что готово? Конкретно. Ладно, неважно. Какие-то сережки. Ум плюс 10, ну, я б не стал. Не хочу, не буду. Ну что, хотите еще? Хорошо. Снаряжение, в общем-то. Камушком. Что ему дать? Ну, меч получше. Боюсь, что это обойдется в кругленькую сумму. Неважно. Дальше. Ну что, хотите ей хорошо? И что этому дать? Меч. Боюсь, что это вот. Слушаюсь. Сейчас ну я их там одену просто. Хорошо. Кому имя? И что ему дать? По последнему боюсь, писку моды. Слушаюсь. Есть ли там на мечах? Ну что? Мода какая-нибудь. Хорошо. Кому и что ему дать? Самый лучший клинок, который когда-либо проходил через ваши руки. Ой, да ладно. Ну что, хотите хорошо? И что ему дать? Какие мечи стоят? Слушаюсь. Ну что, хорошо? Кому имя? И что ему дать? Вот. Какие мечи стоят? Слушаюсь. Я ну так что? Понимаю. Я уже вручила им все самое лучшее. Я буду ждать. Это замечательно, ладно. Дальше. Так, это не то все. Не то, что я хотел. А, по мастерской, они ведь тоже, по идее, делали что-то для них, нет? Для помощников. А броня получше нужна. Значит, я ее раздобуду. И что ему дать? Это будет недешево. Впрочем, вы не обеднеете. Думайте, да, я не обеднею, давай. Не буду терять время. Высокочтимый пламенный. Значит, я ее раздобуду. Что ему дать? Ох, блин, сейчас потеряю я все свои драгоценные, но у меня их хватит еще штук на 10. И что я должен? 2000, да. Высокочтимый пламенный. Значит, я ее раздобуду. И что ему дать? О, вот сегодня я, конечно, да. Высокочтимый. Значит, я ее раздобуду. И что я должен? За него вам придется отдать целое состояние. Но это наверняка сбережет вашему посыльному жизнь. И не один раз. Я думаю, да, теперь не они не сдохнут. Лучшие мечи, лучшие доспехи. Значит, я ее раздобуду. Что ему дать? А, для него самый него лучший доспех. Но это наверняка сбережет вашему посыльному. Да, я знаю. Высокочтимый. У них и так самое лучшее снаряжение. Они должны быть вам благодарны. Не сомневаюсь. Так, а что я могу зачаровать? То, что у меня уже есть. Амулет алхимии, кольцо Варнавы. Нет, я имел в виду. Вот были бы здесь такие ячейки, ой, не ячейки, типа вкладки. Типа то, что на мне надето. Вот именно это я хотел бы зачаровать. Они все вместе, не все в кучу. Ветер такой сильный, правда? Угу. Переохлаждение страшно вредно для легких. Не сомневаюсь. Так, теперь, что я хотел-то, а? По алхимии, да. Напомни мне, да, что мне нужно. Женьшень, ясно. Отправляем наших посыльных за женьшенем. Теперь я все сделал, всех одел. Теперь только попробуйте сдохнуть. Кто из вас камушками занимается? Блин, сейчас опять зависнет. Так, зависало, поедет только с ним, да ведь? Так, ладно. С дна морского или из-под земли достану для вас все, что угодно. Вот. Как вам будет угодно? Пошел, значит, да? Окей. А когда мне его ждать? Не подскажете? Для профилактики отправляйтесь и вы тоже. Приветствую вас, пламенный рыцарь. Золото мне принеси. Блин, с тобой мне страшно, если честно. Боюсь я. Если вам нужны драгоценные камни, я их разыщу. Только прикажите. Давай рубинчиков. Будет исполнено.
Достижений мне никаких не дали почему-то опять. Ладно, пока не гуляют, там у нас все готово, говорила наша Гермиона, и мы идем оповещать. Блин, такая броня несовмещенная со шлемом просто вот не подходит совсем. Вот у меня поножи же и сама броня, она... Вот они прям из одной коллекции почти что. А наручи, это вообще вот никоим образом не годится, но... Но мне кажется, что она довольно-таки хорошая. Броня, то есть шлем, который у меня есть. Так, здесь же мы можем пол сменить, помним все, да? Тут думаешь, сделать это или не сделать? Хорошо, понимаю. Как бы я об этом думал, но я так понимаю, что эту игру мы пройдем девушкой. В принципе, я постоянно в шлеме, меня постоянно не видно, поэтому почти разницы нет никакой. Да, ваша светлость. Только то, что я меньше. Так, она говорит, что мы... А, арену можно улучшить? Это правда, пламенный рыцарь. Арена будет достойна вашего могущества. Допустим. Так, можно еще и тебе напродавать, да? Я-то думаю, где закупиться. Так, штук, не знаю, 8 давай мне. Денег не жалко. Великолепная. Ну, сколько я там возьму? А, 2 всего, да? Окей. А, хорошие я возьму все, наверное, да? Я возьму все. По обновлению. Замечательная, мощнейшая, великолепная. Ну, штуки 3 можно взять. Здесь столько-то. А, хорошие. Вот я хотел хороших как бы побольше. Все возьму. Замечательная, мощнейшая. Все, я обеспечен. Я обеспечен надолго. Теперь, напродавать надо бы еще вот мечей, допустим. Эти мечи мне больше не понадобятся. Эти, по идее, тоже, но они довольно-таки неплохие. Мне жалко их продавать, на самом деле. Лук, как бы, тоже очень мощный. Судя по его статистикам и по параметрам побочным. Но мне тоже жалко его продавать, поэтому я, скорее всего, не буду. Так, ультринга шлем. Какой-то особенный, по идее, но... Тоже не буду его использовать. Вот наручи очень хорошие, по-моему. Я оставлю их пока. А здесь... Тоже жалко. В остальном у нас есть много всего. Нужного и ненужного, поэтому оставляем как есть. Так, давай, удачи. Все, я готовый. Я полностью готовый. Здесь есть мои вещички, а вот они здесь находятся. Сейчас я их напродаю. По остальному. Так, по рецептам, да? Книжки. Блин, уморительные ночные записки, записки. Я так понимаю, здесь нет ничего важного для меня, чтобы я оставлял здесь. Поэтому брать их не стоит, я думаю, да, ведь? Да, ваша светлость. Вот теперь забери все вот это. Как бы мне случайно не продать то, что я не хотел бы продавать. А что, вот это, да, ведь получается, его и вот это вот. Я не продавал. Да, да. Фигня. Фигня. Так, 3-3-3-3-3-0. Мы сейчас видим. Блин, были бы магические тройки. Если бы еще одна. Как бы теперь, если все готово, то покажите мне мою арену, что ли. Если она сделалась теперь. Ну, скорее всего, пока что ничего не изменилось, и все такое же. Ну что, хотите еще? Я уже вручила им. Да, я знаю. Забыть все навыки и сделать новые. Ну, в смысле, все заново. Да. Улучшить. Ну, стоит ли он того? Давайте посмотрим. Вот что лишнего я улучшил. Я так понимаю. Одноручное, и это, оно было по умолчанию улучшено, да ведь? Типа с нуля ведь это не имеет смысла. Хотя не факт. Но у меня все самое нормальное сейчас, по идее, поэтому... Как это сбрасывать, ничего в принципе не нужно. Вот у меня двойные, я двоими пользуюсь, я буду только ими пользоваться и их улучшать. Все, по идее.
Так, вот с алхимиком теперь. Женьшень ведь мне нужен, да? И, скорее всего, я ведь его... Не говорите мне, что я продал. Я продал, что ли? Я продал? Свое оружие продал, что ли? Вы... Меня... Нет. Все драгоценности... Не-не-не-не-не. Это баг. Это глюк. Я их не продавал. Вот они. Здесь, типа. Блин, вы меня так не пугаете. Стоп. Стоп. Почему? Покинуть башню. Сейчас они должны появиться, да ведь? Здесь, да. Вот, я все это вижу. Вот один мой боевой молот. А что у меня еще было вдобавок? О, не заставлять меня загружаться, а. Что я сделал не так? Я вот ничего не делал, если честно. Это запасное что-то или что? Что он делает здесь? Одно-то есть. Но я ведь не продавал то, что у меня в руках было. Я не продавал. Чего произошло-то, я не понимаю. Темное искусство, блин, где я взял-то их вообще? Нет, ну как так-то? Как? Так, ладно, делаем обычный сейв. И загружаемся по-быстрому. Что я сделал не так, я не понимаю. Где я там остановился? Не слишком далеко, на самом деле. В этом же замке по... По всей видимости. Нету. Я точно помню, что когда я был здесь еще, когда я с ним не поговорил, у меня все на месте было. Вот, эти на месте я не продавал их еще, получается. А те вещи. Я не продавал ничего. Так. Сейчас я посмотрю мою запись и убеждусь в том, что я ничего не продавал. В общем, я долго не мог понять, что случилось и почему у меня оружия нету внезапно. Оказывается, мой меч Мирт, я отдал его Гермионе, я, оказывается, ходил с ним. Сам того не зная. Так почему он был здесь, а не, допустим, вот тут? Чтоб я не мог им пользоваться. Я ведь напродавал все лишнее. Это ж капец. Он такой мощный был, такой замечательный. Ладно. Придется выбирать между этим и вот этим. Он как бы вроде как неплохой. Ну а что поделать? Как бы у меня все. У меня больше нет ничего. Только вот два варианта. Как бы они оба подходят, и я не знаю, чем мне пользоваться. Здесь можно еще зачарование сделать свою кучу. А, он что, в смысле, а почему? А как это? А вниз что? Можно? Блин, а почему он не ставится, допустим, вот сюда? Какая разница, я не понимаю. Можно? Нет. Вот его можно ставить либо там, либо там. А он почему-то не ставится. Да неужели? С чего это? Я ж пытался поставить, он не ставился. Так, здесь можно талисманчик вложить, потому что теперь у меня новая вещичка здесь. Типа. Ну и разумеется, пока ты докликаешь тут. Пока дойдет. Ладно, все по идее. А здесь нам больше делать нечего. Зелий у меня целая куча. Так, еще вот это вот использую. Очко навыков. Ну, что я прокачаю, я не знаю. Эйфорию, допустим. Все в остальном, да, ведь? Мы хотели... Совсем забыл, я хотел зелень создавать, но я накупил их, поэтому... Не, а почему нет-то, в принципе? Я ведь все-таки не зря ведь... А, ну да. Я все опять забываю. Я отправлял своих...
подданных, чтоб они мне принесли. Принесли? Вот он, редчайший ингредиент. Отлично. Это мой долг и моя обязанность, ваша пламенная светлость. Удачного дня. Благословит вас небо. Красавчик. Удача! Я нашел великолепный камень. Свиток? Написано свиток. Вот, прошу. Благодарю. А теперь гуляй. Я буду ждать вас здесь. Ты мне больше не нужен. Блин, такой меч отдал, капец. Я принес вам драгоценный камень, ваша молодец, светлость. Молодец. Отменная работа. Благодарю вас, ваша светлость. Вот камень. Замечательно. Можете отдыхать. Женщине, скорее всего, будет мало мне, как бы. Где он вообще есть? Это женьшень. Штук 10, да? Допустим. А мне нужно еще, по идее, скорее всего. С дна морского или из-под земли. Давай еще женьшень, сходи, возьми. Найди. У тебя все самое лучшее, и ты живой останешься. А я тем временем схожу опять к алхимику. Мы сделаем зелий. И вернемся. Ваша светлость? Что вам угодно? Так. Да неужто все с ними в порядке? Да, хорошо. Так, ну что ж, мощнейшее или великолепное, я даже не знаю. У меня уже этих не осталось. Звездная пыль. Блин, я совсем забыл, что у меня не осталось зелья ума. Ну и силы, разумеется, тоже. Не особо-то у меня там. Среднее можно было бы сделать. А, фарангит и звездная пыль. Фарангит и звездная пыль. Фарангит, звездная пыль. Так, я так понимаю, он не пришел еще. Да, фарангит и звездная пыль. Вас, пламенный рыцарь. Это не у чтобы тебя. Искать, я буду ждать вас. Если вам нужны драгоценные камни, я их разыщу, только прикажите. Это не у него все, это все у этого человека, который не пришел все еще. А сколько вообще нужно его ждать? Я тогда вернусь и снова подымусь. Так, в первую очередь я закажу звездную пыль тогда уж. Она нужна для зелья ума. Вот он, редчайший. Молодец. Это мой долг и моя обязанность, ваша пламя. Где она, звездная пыль? Вот. Как вам будет угодно. А могу два заказа делать сразу, а? Ну почему нет? Мне вот надо и то, и другое. Удобно на самом деле. Покину башню, снова в нее вошел и... У тебя... Опять... Пришли. То есть в то же время. Вот, да. Вот он, редчайший. Это мой долг и моя обязанность. Ваша... Я понимаю. Давай без поклонов, давай топай уже. Так, а сколько я вообще получаю? Вот звездная пыль. Где она есть? Опять же. Еще бы я различал ваши звездные пыли и все остальное. Вот фарангит у меня есть, только у меня не хватает его, по всей видимости. Вот, звездная пыль. 12 штук. Окей, ладно. А пока он там ходит, мы... Так, мы перемещаемся. Тогда я уж сам, наверное, сейчас схожу к нему, возьму, сделаю зелье, а потом уже к вам вернусь. А то мы все вместе делаем, как бы я тут пытаюсь травушки при вас найти. И это, я думаю, занимает время на прохождение. Ненужное время, пустое. Ну что, продолжим? А в том месте, в котором я и хотел пойти изначально... Жалко мое оружие, конечно. Надо было потом уже это самое... А перемотать его уже потом отдать ей. Этот меч. Потому что лучше того у меня, скорее всего, уже не появится. Но я потом подыщу. Это тоже неплохой, по идее. Я улучшил ее немножко, сейчас она должна быть немного сильнее, да? Хотя бы немножко. Я не могу. Он у меня тоже умеет пыляться. Огоньком своим. Он тоже мощный. Так, как обычно, 116. Все по стандарту. Все как обычно. Никак убить его не могут. Сбил меня. Как мне больно, ужас. Как жить-то теперь? Все, ничего не оставил. Идем дальше. В общем, не сильно сложно. Терпимо, как обычно. Чуть не упал. Ага. Ну, я потом продам его, конечно.
Двуручными я не пользуюсь, насколько известно, в данный момент. Вот, бить-то некого, в принципе. Хотел зелье использовать, передумал. Просто избиваю. Даже ничего не использую. 192. На них я далеко не уйду. На этих горячих скелетах. С них вообще ничего не получаю. Так, светит ярко аж. Ого! Что-то особенное, по-моему, нет? Такого, по-моему, не было еще. Блин, он не, он с моими не соревнуется. Там 54, конечно. Хотя у меня 48. Ну а по всему остальному, блин, он... Ловкость плюс 9, там 3. Реакция. Там нет реакции. Уклонение есть, пассивный навык плюс 3. Но там зато во всем остальном он лучше. Талисман ячейка, там тоже 3 штуки. По идее. Но я не знаю, на самом деле. Не знаю. Сложно выбрать. Я думаю, я не буду ставить. Но он хороший, конечно. Очень даже. Все получается на выход. Быстро прошли это место. Нет. Лучше пройдусь пешком. Прям моментально вообще. Так. О! Здесь я еще не пробил. Понятно. По всем. Вот-вот-вот. По всем пройду сейчас. Вот еще ниже вот здесь. Оказывается. Ну, кажись, и то не все еще. В смысле, я думал, что я всех уже перебил башни-то. Всех замков. Они что, возродились, что ли? Я такой слепой был. Реально, я, мне показалось, будто я все башни уже перебил. Их, конечно, было подозрительно мало, но тем не менее. Я когда возвращался вон туда, я по пути башни не замечал. Так, ждем перезарядки. Попадаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. У меня хп уже не осталось. Вот тем более. Уходим, уходим. Просто уходим, не знаю. В этом месте я был, нет? Если я был, то я могу в безопасности там быть. Здесь сундук открывал, нет? Был, нет? Я не знаю, короче, мне очень хреново. Жизни мои не восстанавливаются. Эта хрень не промахивается. Я постою, в принципе, вот здесь. Здесь безопасно, вполне. Но призывать здесь никого нельзя. Есть кто живой, нет? Все понятно. Хреново, конечно, да. Они перезаряжаются быстро, поэтому можно вот так вот их сносить. Особенно вот это чудо. Которое лупит меня постоянно. Откуда вас здесь столько? Может, я открыл то место, которое было под защитой? Это, походу, оно и есть. Только каким образом я снял защиту, я даже не подозреваю вообще. Я понятия не имею. Рискованно с такими жизнями сохраняться, но тем не менее, я думаю, что они меня не убьют никак. Как бы башни уже не осталось, а... Лучше только меня обычно убивают. Всякие... Все.
Как бы да, я щитом не вижу больше той области, поэтому это походу она и есть. Повезло просто, подфартило мне сейчас. Блин, ладно. А здесь-то нельзя почему-то свободные очки использовать. Как бы уровень-то я получил, почему нет? Ладно, мы хотели с самого низа использовать все свои способности, а пройти это место. Дальше у нас что улучшается? Дальше можно снова эйфорию, а вообще лучше пассивочку. Заживление. Чтобы дольше проживать. Ну и, разумеется, в остальном всего по чуть-чуть. Жизни и духа там. Ума мне хватает. Внизу, насколько я знаю, нет ничего. Все. Просыпайся, дружище. Поехали. Сейчас должно быть сложно, но я думаю, что мы справимся. Я не могу. Они придут сами, я думаю, да? Они меня заметили, теперь они будут ко мне лезть. Я типа убегаю, как обычно. Сейчас у меня почему-то маны стало немножко. Уменьшается. Че, врываемся тогда уж? О, скелетики пришли. Тут я уж испугался, но у меня жизни много, поэтому не боимся. Не пугаемся. Не, на самом деле, не сложнее, чем остальные локации. Просто они все, возможно, одинаковые были. По сложности, но тогда я был не прокачанный, и прокачанный неправильно. Совершенно, поэтому мне было так сложно очень. Сейчас все по-другому, сейчас все изменилось. Тихо, тихо. Повезло. Посмотрим. Так, у меня буквально 5 секунд не записалось, не знаю почему. Я прошелся, а записи не было. В принципе, ладно, ничего не потеряли вообще. Ой-ой-ой, сейчас я потеряю себя. Но у меня это все есть, я ведь закупился. Бояться нечего. Тихо-тихо-тихо. Спокойно. Что маги, что демоны, все ни о чем. Хотя бьют сильно, если кучей. У меня жизни не остается. Добейте его, в конце концов. Он же один. Зелье мне бы не помешало. Ну одного-то. Вот он стоит и ничего не делает вообще. Вот стоит и все. Очнись. Блин, понятно все с тобой. Очень жаль. Тогда уж я тебя заменил. Походу забаговался. Встал и не двигается. Лечи меня. Зелье мне бы не помешало. Сударь просто. Не знаю, сколько там оставалось у них. А вот как я их-то убью, интересно. Вот раньше я мог влетать, помню. В этих местах я влетал чисто и там убивал уже их. А здесь нужно как-то подниматься к ним. Как непонятно. Там по бокам у них нету нигде лестницы. Но они сами ко мне придут. Как вот сейчас, допустим. Но на самом деле это дубины или что это вообще такое? Я не знаю, чем это назвать, но оно заменяет мне неплохо очень. Легкий молот, типа, да. Как помогает мне, заменяет его. Тоже сносит их нехило. Так, мы там в округе всех убили? Зашли мы здесь, получается, да? Поднялись там или что? Да. Там мы даже не поднимались ниоткуда. Здесь я приземлился. Там меня уже демон ждет. А этих можно убить, по идее, вот так. Постепенно, постепенно в них стрелять, но это будет долго. Из помощников у меня уже никого не осталось. Мне кажется, или там вылечились они, нет? Да, они лечатся. Я не могу. Это хреново. Добей его, добей, давай, добей. Опять стоит, ничего не делает. То почему они зависают, я не понимаю. К тому времени, как мне восстанавливается... Я не могу.
Вот они все... А, вот один не сдох. Один, к сожалению, нет. И каждого я не убью здесь. Он будет за мной идти, нет? Он даже за мной не идет. Он просто стоит и все. Жаль. На самом деле, ладно. Я как бы думаю, что мы продолжим уже в следующей серии, потому что времечки уже... Времечко уже. А нормально так вышло. На пару серий. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи.